Добраться до Анапы станет дешевле. Министерство культуры России предлагает субсидировать авиакомпании при организации чартерных туристических перевозок в наш город и установить льготные тарифы для школьников на проезд в поездах на внутренних направлениях. В ходе заседания по внутреннему туризму министр культуры Владимир Мединский предложил эту схему распространить на города-миллионники Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Челябинск. Как сказал Мединский, цитирую, «Нам кажется более эффективным было бы субсидировать не традиционных наших авиаперевозчиков, а субсидировать авиаперевозчиков в том случае, если они формируют целиком чартеры, самолеты. Иначе мы неизбежно придем к тому, что не всегда будут субсидироваться именно туристы, возможно, и какие-то частные поездки в эти города. Сформирован чартер – это дополнительно приезжающие туристы, которые дополнительно тратят деньги в этих регионах».